прощай. От всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Вот сейчас начинается призыв, и возможно, что какие-то сейчас призывники тоже из Кировской области, в том числе, они будут отправлены в Крым отстаивать интересы российских властей. И я думаю, что это никого не может обрадовать в России. И вот те люди, которые сейчас придут сюда на народный сход, которые на Театральной площади у нас проходят в Кирове, я думаю, они выступают, может быть, от души за какие-то на самом деле хорошие вещи, то есть за свободу, там, за самоопределение народа Крыма, но по факту они сами не знают, за что выступают и чьи интересы защищают в этой ситуации. Не совсем поняла, что у вас написано. Сказать? Фашисты распоясались. Они сначала шли к нам со свастикой, сейчас они идут под полосатым флагом. Если мы будем терпеть, если мы будем все время вот так вот им играть под давки, то нас задавят, у нас оторвут последнее, что у нас осталось. Как наши воины погибали, освобождая от нацистов Украину, Белоруссию, Европу, почему-то они это позабыли. Так и мы будем бороться до конца. Если надо, отдадим свои жизни за нашу страну. Вот что могу сказать. Не боитесь? Не боимся никого. А что нам бояться? Тот, кто прав, тот никого не боится никогда. Я считаю, что вы не бот, потому что сам-то умные люди есть и в Америке, и на Западе. Они этому Обаму скажут нет. Твердо уверен в этом. Они скажут нет, они ему скажут, или сместят его с должности, или что-то ему сделают. Скажите, а вот Крым регион бедный, придется его как-то кормить. Вы не думаете, что из вашего кармана возьмут что-то? Ну что делать? Придется и делиться. Кировская область ведь тоже бедный регион. Да, да. Экономические трудности неизбежны, но они не могут быть катастрофичными. Нефти много, на всех хватит. А вдруг перестанут покупать? Вот если американцы там затеют что-нибудь в отношении падения цены на нефть, тогда будет катастрофические экономические последствия. Журналист из Вологодской области написал такой шуточный пост, просьбу к Путину ввести войска в Вологодскую область. Да, мы читали область. О том, что... Как вы думаете, в Кировскую область не стоит ввести войска? У нас не менее разрушенная сельское хозяйство. По дорожной ситуации, по тому, в каком состоянии находится наше сельское хозяйство, медицина в каком состоянии находится, то есть вся социальная инфраструктура, можно, наверное, просить о том, чтобы Россию тоже присоединили, Кировскую область тоже присоединили к Российской Федерации, все-таки... каким-либо образом, может, введением войск или при помощи какого-нибудь референдума, который провелся. Потому что такое ощущение, что мы живем все-таки не в той Российской Федерации, которую нам подают со средств массовой информации, с первого канала, там, с центральных каналов общероссийского телевидения. Такое ощущение, что мы живем какой-то непонятно. Наверное, все-таки мы в Крыму живем, а не они. Что за страна? Что за страна Российская Федерация? Что за страна Кировская область, Вологодская область, Тверская и другие? Это, наверное, та суровая Россия, в которую... Замкадия, в которой не хотят попасть жители Крыма. Жители Крыма хотят попасть в какую-то страну, которая преподносится им с экранов первого, второго канала. В ту страну, где нет этнопреступности, где нет проблем у бюджетников, где нет проблем с дорогами, где нет лезгинки на улице. Где нет дотационных регионов. И вот в тот момент, когда жители Крыма отойдут от этой эйфории и поймут, куда они попали, то, по-моему, они будут кусать локти. Но мы продолжаем праздновать победу русского народа, дорогие друзья! Славься, Отечество, наше свободное! Братских народов союз вековой, предками данная, мудрость народная, слав
вся страна, мы гордимся тобой.